спрашиваться. Дисбайт оставлю. Это тоже оставлю. Пошли такие пляски. Мощный удар? Нет, спасибо. Я без этого обойдусь. Ну, будет плохо, если сноучагер. Ну ладно, у меня Аркана. Смесим фаерворакс. Ну, окей. Готов, готов. Так, ну давай я сделаю тебя. Могу на следующий ход его достать. Третий ход, правда, не знаю, что буду делать. Файн. Окей. Осталось найти Тауриса на сову и продержать Тауриса на два хода на столе. Окей. Ну, какой-то, видимо, смесь темпа мага с мех мага. Ладно. Это ребята хороши сейчас. Хрен с тобой. Такой пёртый. Что даже, что вообще жесть. Ладно. Фарбол. Окей. Это я совсем не против. Ну и это как бы так. Ну, к сожалению, факел очень не очень для меня. Ладно. Что я могу сделать? Я могу сделать Battle Rage сначала. Да, давай Battle Rage мы сделаем. Две карты дровнем. Да, наверное, я это сделаю. Ну, хорошо. Правда, проблема с доктором Бумом сейчас будет разобрать. Но нет, Бума не будет. Ну, не сильно их раз... Удается. Броня на закат. Мой клинок жаждет. Ну, давай. Турист сова. И еще и довести его до 12. Тебе нужна моя помощь? Ладно. Сделав энергию сюда, у меня будет... здесь 5. Это я еще один раз ударю. Это станет 6. Да, хорошо. Пусть боль говорит за меня. Окей. Я могу Армор Смит оставить. Еще один удар. Я атакую! Ну давай. Один фаербол меня, в принципе, не сильно беспокоит. Один он уже отдал. Или нет? Ну, вроде отдал. Я могу слэм сюда кинуть. Только ударить.
написано. Да, к сожалению, фаербол в туриста полетит. Ну, еще какой-нибудь, не знаю. Стелс найду, будет очень здорово. Не, ладно, хорошо, я сейчас буду просто это зачищу. Ну, в принципе, да, хорошо. Один фаербол, одна запчасть. Что-то еще. Что он дрогнул с топ-дека. Кто-нибудь? Ну, вообще, если я достану его... Боюсь, если я достану его, то я потом не смогу сделать... Не смогу стол забрать нормально. Да, хорошо, я достану Таурисона. Да, он гейнит фаербол, я понимаю, он что делает. Не знаю, чем ты арамфал. Броня на заказ. Это гард, которого не хочет разыгрывать. Может быть, это флеймстрайк. Может быть. Ну да, тогда ясно. Что... Почему он не хотел ее разыгрывать? Вроде и карт у меня много, но известно, что вы вообще не рабочие вот эти. Это большая проблема. Это мне сильно... Ну как... Да, мне сильно повезло, потому что это не атакует, ему дал Винфури. Таунт, он абсолютно бесполезен. Ничего не делает. Даже он мне в плюс, я... Вот так ударить. Наверное, так ударю сначала. Раз. Экзекут сюда два. Ударить три. Ну, пока нет совы, я не хочу доставать Чилмау. Такая вот штука. Ну и два экзекута мне тоже не очень хочется отдавать, если честно. Да, наверное, все же один отдам. Да, да, сойдет. Карта. Вот и сова. Ну здесь такое. Если он будет кидать фаербол, то он будет доктора Бум кидать, правильно? Но это не атакует в лицо. Не вздумай кидать мне фаербол в 10-5. Это пофигу.
У тебя же запчасть. Не вздумай сдаваться. Не вздумай сдаваться. Не вздумай сдаваться. Не вздумай сдаваться. Yes! Это реально был самый-самый долгий, самый трудный ачив из всех. Даже пришлось на 7-й ранг спуститься. С какого? С 12-го, с 13-го? При выполнении. Да. Да. Это 3 колоды я перепробовал, переделывал. Наконец-то я это сделал.